Актрисы, о которых мечтал каждый. Бриджит Нильсон. Красотка с длинными ногами, а рост девушки составляет 185 сантиметров, смогла влюбить в себя всех мужчин, ведь каждый из них завидовал Арнольду в фильме «Рыжая Соня». Именно эта кинолента и стала дебютом известной актрисы. Также она приняла участие в съемках таких известных фильмов, как «Рокки 4» и «Кобра». Но карьера красотки очень быстро пошла на спад, ведь в 1990 году ей удавалось играть роли лишь в малоизвестных лентах, а в 2000-х совсем прекратила свою актерскую деятельность. Снова увидеть ее телезрителю удалось лишь в 2014 году в кино «Наемные убийцы». Эрика Элиньяк. Ни одна модель Playboy пыталась создать актерскую карьеру в большом кино, и данная девушка не стала исключением. Но поначалу ей удавалось принимать участие лишь в ситкомах, а также ее можно было лицезреть в «Спасателях Малибу». Но в полнометражных лентах она стала участвовать лишь в 1990-х. Всем известен момент в киноленте «В осаде», где девушка выскакивает из торта. Брук Шилдс. Основную и самую известную свою роль Брук исполнила в киноленте «Голубая лагуна». Прекрасная девушка, опленившая всех своей неземной красотой. И сегодня выглядит вполне привлекательно. Шэрон Стоун. Конечно же, карьера Шэрон резко взлетела вверх в 90-х после выхода на экраны фильма «Основной инстинкт». Однако сниматься в кино она начала гораздо раньше. У нее было много и других интересных работ, но за киноленту «Казино» актриса была номинирована на «Оскар», а также получила награду «Золотой глобус». Вайнона Райдер. Девушка удостоилась чести принять участие в таких шедеврах Тима Бёртона, как «Битлджус» и «Эдвард Руки-ножницы». Была замечена в любовных связях с Джонни Деппом и Мэттом Дэймоном Ким Бейсингер. Безукоризненная красота Ким сводила с ума многих мужчин. Но она обладала и большим актерским талантом, который она смогла проявить в полном объеме в киноленте «9 с половиной недель», 1986 год. По окончании съемок на звезду буквально посыпались предложения в съемках кинолент, в которых также принимали участие всем известные актеры Ричард Гир и Брюс Уиллис.